В преддверии Дня независимости в столице чествовали лучших журналистов, победителей международного конкурса «Независимость» и «Ельбаса». Главный приз – 1 миллион тенге получил наш коллега, корреспондент телеканала «Хабар» Дархан Абдувахит. Сегодня в здании фонда первого президента среди гостей лучшие журналисты страны. Повод самый приятный. Акул пера, освещавших деятельность Ельбасы за годы независимости, награждают. На суд жюри в этом году было представлено 532 работы по 5 компетенциям. Обладателем первого места в номинации «Лучший телевизионный материал» стал наш коллега, журналист президентского пула Дархан Абдувахит. Это не только моя победа, это победа всей команды, потому что каждый готовый продукт, вышедший в эфир, это работа не только одного журналиста, это совместный труд. Я считаю эту победу победой агентства «Хабар», где я работаю уже на протяжении 15 лет. Особенностью конкурса в этом году стала новая номинация «Лучшая публикация в зарубежных СМИ». Свои работы прислали журналисты из Азербайджана, Германии, России, Турции и Японии. После моего первого визита в Казахстан, а именно в Нур-Султан, я был очень впечатлен городом. Естественно, я об этом и написал в своей статье. А также я уделил внимание другим аспектам деятельности Ельбасы, такие как он является лидером антиядерного движения, он является аксакалом тюркского мира, то есть он выступает за интеграцию тюркских народов, что очень важно. Призерам были вручены нагрудные знаки и дипломы. Ежегодный конкурс проводится с целью освещения достижений страны за годы независимости, популяризации модели Назарбаева, идей и инициатив Ельбасы. Мируэрт Шукуева, Айдос Меделбеков. Итоги дня.